В этом видео мы расскажем, как компания Auto Enterprise решает проблему совместимости существующих стандартов зарядных станций для электромобилей. Сегодня существует несколько вариантов зарядных станций, что неудобно как владельцам электротранспорта, так и владельцам зарядных станций. Компания Auto Enterprise решила устранить это недоразумение. Нет, не заставив автопроизводителей сесть наконец-то за стол переговоров. Просто компания Auto Enterprise создала и успешно продает универсальную зарядную станцию «Мультикомплекс». Это DC-AC зарядная станция, на которой можно заряжать все автомобили. Абсолютно все, которые производятся в мире, за исключением внутреннего китайского рынка. У нее есть коннектор Shademo, причем с уникальной вариацией ручки Shademo. Что касается AC-коннектора, Type 2 коннектор, который позволяет заряжать до 44 кВт 63 ампера. Type 1 коннектор, который позволяет заряжать до 80 ампер 19 кВт в основном от АТС. Два коннектор CCS, который заряжает постоянным током. То есть мы можем вместе использовать 18, 44 и 50. Более 100 кВт мы можем 3 автомобиля одновременно заряжать. Разработка универсальной зарядной станции велась силами научного и инженерного коллектива компании Auto Enterprise на протяжении полутора лет. В прочном стальном антивандальном корпусе находится электронная начинка. Конструкторы очень тщательно продумали не только электрическую схему станции, но и оптимальное расположение блоков внутри. Силовые модули в количестве 4 штук голландского производства, точно такие же, как Илон Маск ставит на свои суперчарджеры. Самой уникальной частью является вот эта часть, которая состоит из контроллеров, тут стоит модем, он ставится в самом конце, когда уже определено, куда пойдет станция, на какой рынок, так как модемы, GSM и тому подобное, они для разных рынков разные. Очень интересно, устроено охлаждение компонентов зарядной станции. У большинства подобных устройств воздух для охлаждения забирается сбоку корпуса. Что у него происходит? У него фильтр быстро в наших условиях забивается, либо если пыльные условия, либо если снег, то есть его забивают полностью и все, и он стоит забитый. И таким образом станция перегревается зимой чаще, чем летом. Это большая проблема. Забор воздуха снизу, как в системе питания автомобиля, позволяет фильтру самоочищаться. Даже если при зарядке к нему воздушным потоком прибьет снег или грязь, то по окончании зарядки и выключении вентиляторов все это просто обсыплется на землю. Еще одна особенность конструкции зарядной станции «Мультикомплекс» – легкость обслуживания. Любой модуль очень просто заменить, достаточно открутить несколько винтов и разъединить разъемы. У нас силовая часть – это ввод в зарядную станцию, это разброс DC плюс-минус, это DC-DC контакторы, которые постоянный ток, у вас нету напряжения в коннекторе до того момента, пока у вас не включился контактор, пока машина не разрешила заряд. А вот тут можно увидеть, даже тут одна половинка уже собрана, а вторая нет. И таким образом видно одну из половинок радиатора, да, который продувается вот вентиляторами. Все, в принципе, тут обычная автоматика, стандартный положенный электрощит с автоматикой и ввод, разводка питания. В нижней части замок, который надежно блокирует доступ к внутренностям станции. В качестве опции предлагается более серьезный замок по типу того, что применяется на игровых автоматах. Что же касается погодных явлений, то зарядная станция «Мультикомплекс» способна выдержать практически любой натиск стихии. Да, у нас она прошла тест IP65. Что это значит? Это значит, что мы полностью ее можем обливать водой, и она никак не попадет. Потому что у нас здесь точно так же, как у автомобиля, автомобильная резинка стоит. У нас точно так же, как дверь автомобиля, плотно прилегает. Еще в конструкции крышки применены уникальные петли собственной разработки. Они позволяют проводить работы по монтажу и обслуживанию станции даже под дождем. Электроника оказывается прикрытой от воды. А массивная опора корпуса обеспечивает защиту и от неосторожных действий водителей. Вот эта вещь очень крепкая. Это литое с завода, это не сварно. И у нас были ситуации, когда въезжали даже джипами девушки, когда парковались возле зарядной станции,
и ничего не происходит. Возвращаясь к климатическому исполнению зарядной станции, надо отметить, что, как показали сертификационные испытания, электроника уверенно работает даже при температуре окружающего воздуха до 80 градусов. То есть стандартный диапазон от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию конструкция выдерживает без нареканий. Сейчас это подтверждается беспроблемной эксплуатацией в условиях испанской жары. Еще одна разработка компании «АвтоЭнтерпрайз», также влияющая на надежность и удобство эксплуатации зарядных станций, стал зарядный коннектор. Та самая деталь, с которой взаимодействуют водители электромобилей. Большинство конкурентов в качестве коннектора «Шадемо» используют громоздкую конструкцию китайского производства, которая, увы, не отличается ни удобством, ни надежностью. Но самая главная проблема – это сложный механизм нажатия вот этой вот одной кнопочки. То есть множество пружинок, смазок, постоянно надо смазывать. Ну, кроме того, проблема, что тут же ж не закроешь никак, и получается, вода идет сюда, смазку вымывает. Когда вымывается смазка, он просто заклинивает, выламывается эта кнопка. Если кнопку ставишь сверху, то у тебя тут собирается влага, она замерзает, потом выламывается кнопка, и выламывается коннектор, и люди вырывают, выламывают здесь. Коннектор, разработанный «АвтоЭнтерпрайз», намного проще внутри. Кабель входит в корпус через гермовод, который не боится нагрузки. А механизм блокировки – единая стальная деталь хитрой формы, одна пружинка и фиксатор. Там просто нечему ломаться. И так как рычаг, управляющий фиксацией, скрыт под корпусом, то внутрь не попадает вода. Сама чашка контактов стандартная, поэтому в данный корпус может быть установлен коннектор любого типа. Ну а самое главное достоинство этой конструкции – его можно использовать одной рукой. Мало того, размер и форма рукоятки – тоже плод конструкторских изысканий. Когда вы выходите с электрического Мерседеса или Теслы, или чего-то еще, ну, нет никакого желания пользоваться тем, что придумали электрики для электриков, инженеры для инженеров. Хочется пользоваться тем, чем вы пользуетесь каждый день. Поэтому размер выбран исключительно такой же, как у рулевого колеса, чтобы удобно его было взять в руки и пользоваться одной рукой. Ну и, наконец, главный аргумент в пользу зарядной станции «Мультикомплекс» от «АвтоЭнтерпрайз». Цена. 10 тысяч евро без НДС. Это при том, что ближайший конкурент, хотя и весьма далекий от этого изделия по потребительским качествам и надежности, стоит 18 тысяч евро. Вот почему продукция «АвтоЭнтерпрайз» уже пользуется спросом в странах Европы, США, Канады, Израиля, и вскоре с ней познакомятся владельцы электромобилей Мексики. Ну а в качестве бонуса покупателю – возможность дополнительного заработка. Конструктив ее таков, потому что здесь вы можете размещать свою рекламу. В некоторых местах, если эта станция стоит возле торгового центра или где-то еще, вы сможете зарабатывать на рекламе, возможно, на старте больше, чем на зарядке автомобилей. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайк. Увидимся!